что если я скажу, что есть еще один секретный режим в Хардстоуне? Че? Давай, чего? Наоборот, это что за хуй, что с ней делать? Ладно, во второй раз вы, наверное, не поведетесь. Но тем не менее, есть возможность в Хардстоуне сыграть в камень, ножницы, бумага. Один, два, три, давай! И это реально не фейк. Я уже предвижу вопросы про майку, но это не только майка. Это еще и шортики. И да, вот уже лето, кому-то повезло с жарой сейчас, а кому-то повезет чуть позже. В любом случае, я за то, чтобы встречать лето с комфортом. И вот обновки с сайта «Все майки» — отличное решение. Заказал себе 3D-костюм с шортами. Только из-за Райана Гослинга, мужики, только из-за Райана Гослинга. Ни почему другому. Да, у костюма общий принт нанесен по всей поверхности и выдерживает огромное количество стирок. А у шорт в карманах есть молнии. А если что-то в эти кармашки не поместится, купил тебе вот такую вот штуку, в которую поместится все, что захочешь. Ну а если вам понравились мои принты, то можно заказать с ними и другую одежду, мужскую, женскую, детскую и аксессуары. Не забывайте, что на сайте огромный выбор одежды с принтами разных тематик, игры, аниме, мемы, музыка, кино и другое. Ну и всегда можно использовать конструктор, чтобы сделать свой авторский принт. Ну а еще вы здесь можете заказать хлопковые вещи без принтов, если захотите пополнить свой базовый гардероб. Так что сканируйте QR-код на экране или используйте ссылку в описании, чтобы попасть на сайт «Все майки», и используй мой промокод TOMAT624 на скидку 10%, он суммируется со всеми имеющимися акциями на сайте. Бонусом, понял? Пользуйся. Все достаточно просто. Есть новая карта Pro Gamer, которая вызывает на поединок камень, ножницы, бумага. И если ты выиграешь в камень, ножницы, бумага, то ты берешь две карты. Но что если мы сделаем специально таким образом, чтобы противник выиграл и получил две карты? Зачем нам это надо? У нас есть вот такой вот элементаль, когда ваш противник будет получать по 2 урона за каждую карту, взятую на следующем ходу, и две карты, казалось бы, мало. Но если мы этот боевой клич миллиард тысяч раз раскрутим под дрыжеглотом, под сверкающим арой, повторяющим боевой клич, под болнером и заставим несколько раз выиграть камень, ножницы, бумага, то мы, грубо говоря, будем выигрывать за счет того, что проиграем в камень, ножницы, бумага. Надеюсь, вам понравится и вы поставите лайк. Ну что сказать, ну что сказать, 15 тысяч игр, чтобы одно аниме показать. Есть одна проблема в этой колоде, в том, что если противник будет слишком пассивный, что в принципе для меня выгодно, если он будет слишком пассивный-пассивный, то я себе начну сжигать карты, потому что 0 атаки — это 0 атаки. Будет означать то, что я буду делать плаки-плаки. Усатый Галганет пришел. Ну, что поделать. Раскапывает тебе сокровища, что-то там механизмы, что-то там очень страшное, но потерпим. Хорошо, что пришел этот элем, потому что мне особо раскручивать там нечего. Блин, вот всегда на грани вот эта вот, знаешь, ситуация, когда у тебя вроде и прикольно то, что добирается карта, но сейчас, блин, сгорит что-то нужное для камбухи, и все. И все. Не надо. Опа! Демон, который удваивает урон от заклинаний. Это ты прикольно придумал. Ну. Нам придется все равно отказываться от каких-то карт. Ну, прям насрал, ну насрал. А убирать кто будет? Ладно, почищу за тобой. Что вы, шара? Так, ну, Галганета выставляем. 20 урона Барабибику закидываем, потому что у меня больших ремуволов от слова вообще нету. Ну да, да, проще. Хотя, возможно, это даже к лучшему. Давайте сначала лучше до этого доберем карты, чтобы как можно больше нужных карт удешевилось, и камбуха была максимально красивой.
усатую бабу брать, чтобы она призвала мне дрожжеблока, потому что без дрожжеблока камбуха не сработает. А, ну он и так пришел. Ну ладно, у меня больше нет таких карт. А вот это проблемы. Вот это действительно проблемы. Мое лицо в некотором роде в опасности. Боюсь, как бы оно не закончилось раньше времени. Ну, надеюсь, то Рисан и Дрожжеблок его отвлечет, что он начнет это. Хотя, может, мне просто массовкой разменяться. Ну, блин, 5-7 я точно не разобью никак. Короче, мне, наверное, надо... Чуть-чуть уменьшили, поставили Дрожжеблока. И просто в надежде на выживание. Прикольно то, что он магнетизм накинул именно на него, а не рядом кому-нибудь поставил. Или вот, например, на него. А, ну да, у него же есть натиск. Он, а, ну... Ну, ладно, возможно, у него план сохранить бабл, я, возможно, не знаю всей гениальности бытия, но тогда бы он мог два раза атаковать ракетами. Ладно. Не суди, да не судим будешь. Может быть, у него есть план, которым он придерживается. Но мне нужно прогеймера найти. Найс! Слушай, ну у меня вся камбуха есть. И перегрузка сейчас спадает. Если мы сейчас каким-то чудом вдруг выживаем... Только не сглазить. Нет, меха-акула! Меха-акула обычно означает, что у меня проблемы! Бых-бых-бых-бых! Призвал два меха и 6 ракет. Ау! 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 Живи, Лёха! Ну, кстати, живу. Ха-ха. Ну, браток. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, тебе ГГ. Хотя, если ты проиграешь все подряд камень, ножницы, бумага, то тогда ты выиграешь. Но я надеюсь, что ты хотя бы один раз выиграешь. Так, мне нужно сначала... дрожжеблока маленького выставить, чтобы он повторял именно дрожжеблок, потому что он первый повторяет постоянно. Теперь каждый раз вот эти вот x3 x3, то есть он будет получать по 6 за каждый раз, за каждую взятую карту 12 будет получать, насколько я понял. И теперь еще будет 6 получать, ну и плюс у нас будет прогеймер. Повторяем x3 заново. Это уже будет у нас 18 за каждую правильно выигранную... Нет, подожди. 32 за каждую правильно выигранную карту. Потому что если ты выигрываешь камень, ножницы, бумага, ты две карты берешь. И я разыграл 3 камень, ножницы, бумага. То есть получается... Ему нужно... одну из трех рандомно выиграть. И мы победили. Давай, выиграй, браток! Хорош! Легенда! Легенда победил! Но камень побеждает ножницы. Ну, ты, конечно, голова. Да, вот две карты добираю и... Да, ровно 36. 18 на 2, 36. Все, как доктор прочитал. И он еще раз выиграл. Ну, легенда, ну, победитель, ну, чемпион! Блин, ну, как это звучит забавно, то, что... Мы выигрываем за счет того, что проигрываем. Самое отбитое то, что... Я его заставляю продолжать играть в камень, ножницы, бумага, когда он уже труп по факту. У него уже минус 60, но он обязан играть дальше. Не, он, конечно, может ливнуть и так далее, но сам факт, что он уже мертв, но из могилы играет в камень, ножницы, бумага. Какая-то такая камбуха. Ну, давайте повторим. По сути, у меня вся камбуха готова. Мне-то нужно просто Болнера достать. Хотя, возможно... А вот и дядька! Что ты, лысый? Что ты? Гигантский топор. Сейчас я тебе покажу. Гигантский кулак, гигантские ножницы и гигантскую бумагу. Отхилимся и удешевим. Я надеюсь, мне 9 монет хватит все разыграть.
Я, конечно, с одним пепельным буду элементалем, но зато у меня есть два прогеймера. То есть, по сути, в этот раз я буду просто больше играть, ну, заставлять его играть камень, ножницы, бумага. Он оставил... в живых Тавересана. Что если попробовать сделать намного больше максимальную камбуху? И еще одного пепеля. Хотя не знаю, возможно, у меня места не хватит под всех. По сути, я уже выиграл, но немножечко... Вау! Ладно, это была попытка сделать максимальную красоту. Он не хочет, чтобы я делал максимальную красоту. Тогда сделаем тоже секс. Ну ладно, ладно. Понеслась. Получается, камбуха у нас из Болнера, Дрыжеблока, потом Элемчик, дающий 2 урона за каждую взятую карту. А мы повторяем Арой, чтобы у нас было 12 урона за каждую взятую карту. И просто сыграем как можно больше камень-ножницы бумага. Давайте выберем какой-нибудь умный расклад, чтобы он явно не догадался, как меня выиграть в камень-ножницы бумага. Или наоборот, догадался. Так, давай наоборот теперь сыграем. И он явно этого не ожидает. Я выиграл. Блин, а что если я буду постоянно выигрывать? Что если он настолько невезучий, что он будет всегда... Ничья. Ничья. Чел, походу, догадался о моей гигастратегии слева направо, справа налево. Не, не может быть. Как? Это же самое сложное, что... Да. Но он же не думает, что я настолько дурачок, правильно? Ну смотри, это всего лишь одна проигранная, ой, выигранная им, то есть получается... Чел, ну камон, еще разочек хотя бы выиграй, ты... А? А, он достал подставу. Ну, кстати, да, он же за то, что добирает свои карты, он тоже получает. Блин, но он гений, он почти все проиграл. Он почти каждую драку в камень-ножницы бумага проиграл. Вот я правда не знаю, либо он гений то, что он догадался в том, то, что надо проигрывать, либо он настолько невезучий. Тучи сгущаются, ребята, тучи сгущаются. Это, наверное, самый сильный противник. Только не забирай его, только не забирай. Нет, это мой титан. Он тебе не принадлежит! Не смей трогать его своей вонючей рукой! Нормально. Он просто отсосал у него. Ну, душу, правда, ну типа. Я не против, когда моим пацанам сосут. Ну ладно. Душу хотя бы это неприятно, да. Можно умереть это. Короче, о чем это я? Элементаль. Ну опять, блин, Болнер, удар клюва, самый последний приходит. Что-то он опаздывает, надо будет как-то поговорить. Чего он опаздывает на смену постоянно? Выговор сделаем, если что. Нападем на его курочку, пригрозим, что мы ее съедим. Боже мой, Херсон реально сводит иногда с ума. Так что давайте не это самое. Ну пытаемся добрать Болнера. То, что я этих удешевлю, это нормально. Мне все равно, как практика показывает, маны хватит. Да что там, две маны на этого пацана, я думаю, найду. Главное просто его найти. Без Болнера, блин, все будет в миллиард раз. Конечно, тоже неплохо, но... Хочется это сделать очень красиво, чтобы мои любимые зрители такие сказали: а, вот это контент! Да? Все для вас. Друзья! Ну, в принципе, стоило мне один раз зевнуть, как он пришел на работу, на смену пришел, так что...
Сейчас будет самая главная битва, братан. Битва слабоумия и отваги. Догадается ли он то, что ему надо проигрывать в камень, ножницы, бумага? А если догадается, то как ему нужно проигрывать постоянно? Давай тогда умом как-нибудь сыграем. На этот раз непредсказуемо расставимся. Опа, два раза камень. Но этого он точно не ожидает. По логике, ему-то надо всего лишь один раз проиграть. Ой, один раз выиграть из трех. Ну, либо просто добрать одну из этих карт. Потому что они тоже считаются, что они доберутся на его ходу. Ну и плюс он, ну, как бы карту забирает этим. Сам. Сам. Сусам. Понял? Итак. Камень. Поздравляю, вы победитель! Самый удачливый игрок в камень, ножницы, бумага. Приз вам тутуц в хлебосу-сердельку. В будку. Легенда! Давай из двух! Просто чемпион камень, ножницы, бумага! Хорош, мужик! Получай еще похлебал. Давай, три из трех, три из трех, легендарно. Давай, легенда, чемпионом будешь нас среди всех участников. Да! Победитель! Какая... Чел уже погиб, но он вынужден. Зато в моих глазах он победитель. Чемпион. Такая вот комбуха. Надеюсь, вам понравилось. Это... очередной новый режим в Хардстоуне игры в камень, ножницы, бумага. Спасибо за просмотр. Лайки и комментарии, ребята. А если вы еще не подписаны, то давай.